Всем привет. Да, мы уже в работе. И не только. Подкрепимся. Витаминка, да? Смородина. Или ёшта, как там. В общем, забыл второе название. Бомба. Ее надо этот. Вот компоты сейчас. Вот так вообще. Да и вообще нужно будет все собрать. И этот. И в заморозку. В заморозку надо будет еще поехать. Сегодня, наверное, к маме вишню оборвать. Вот, и тоже все в морозилку засунуть. Будет витаминка. Так, ну что, как дела? Нормально все? Ну и хорошо. Ой, надо будет обрезать. Обрезать надо будет. Да, и что-то уже проморгал. Тля, тля пошла, муравьи падлы пошли. Но ничего, мы им дадим. Как говорится, в стране угля. Сейчас. По огородику чуть позже. Сейчас мы по делу поговорим. Процесс идет. У нас возведение навеса тоже. Вот. Все нормально. Трубы наши, стояки передние уже стоят. Ну, внимание не обращайте, что куда-то клонится влево-вправо. Это так. Предварительно мы их крепим. Крепим все просто. Вот на два анкера металлических. Вот. И уголку, который приварен к нашей трубе. Вообще нужно было делать вот такие уголки. Прямые, потому что видите, как этот. Жесткость какая. А здесь вот это влево-вправо. Тра-ля-ля. Ну да ладно, мы не из-за этого их крепили в основном, потому что там жесткость. Нам нужно было их привязать к нашей плите. Но это тоже большой плюс. В основном, чтобы я их закрепил и не бегал я. Не придерживал рукой, чтобы он не падал. Мне удобно работать. Я их сейчас все поставил, все, и пошел в трубу. Сюда чик приварил. Этот труба-то уже выставлена. Эту трубу жик сюда подставил, все приварил, очень удобно мне. Ну да, там немного затратился на анкера, ну опять же, мне так проще и быстрее. Вот, но опять же, да, есть связка с нашим бетоном, с нашими бетонными плитами. Вот, поэтому все нормально, плавненько идем. Птички у нас поют прям вообще. Ха, ра-та-та. Ну, соответственно, пустим также трубу. Свяжем ее, вот, и нужно будет еще сварить нам столбики вот сюда, на эту сторону. Зашивать буду ли ее шифером или нет, я еще не решил, вот, потому что также не решил по поводу курей, будут ли они или нет, и вообще штука. Сейчас просто делаем навес, соответственно, столбы мы тоже, ну, сейчас уже здесь столбов нет, они находятся на той стороне, вот, столбики ставим, вместе конструкцию мы все свариваем. Вот, и все отлично. Также вот эту конструкцию усиливаем. Потом что у нас? У нас сверху идет поперечная балка. 5 на 10, по-моему, 6-метровая. Кидаем. И кидаем вот сюда мы ее. Вот. И уже поперечные у нас пойдут балки. Вот, 6-метровый, но там, по-моему, 6-5-метровый. Вот, и потом уже все это обрешетка мы будем крепить. Предварительно я не знаю, что наверх. Возможно, уголок приварю. Вот, а возможно, просто пластину и на нее болт или штырь металлический. Факту чисто на нее одену нашу балку, чтобы она вообще никуда не уехала. Вот, хотя на том гараже у меня балки просто лежат на наших трубах. Сейчас я покажу. Вот, ну и все, плавненько мы варим все это, делаем наш шикарный навес. Вот, по-другому я не назову, потому что здесь нереально будет много места, и мы наконец-таки все сюда уместим. По поводу плит, все, успокойтесь. Плиты нормальные, строительные, крепкие, ничего с ними не случится. Тем более, конструкция не перенагружая. На 1 квадратный метр, если не ошибаюсь, 800 килограмм нагрузка. Допускается на эти плиты 800 килограмм на 1 квадратный метр. 800. У меня здесь просто навес. Все, здесь не будет никаких там монолитных плит, стен из кирпичей и прочее. Максимум здесь нагрузка, ну, никакая. Опять же говорю, вся нагрузка идет на ребра, жесткость. Тем более, вообще ни о чем. Так, что у нас по огороду? Сейчас мне будет ругать конкретно. Вот, ну, у меня на это свое мнение. Вот. Не хочу ни с кем спорить, не хочу казаться там, я не знаю, там, умным каким-то там, заумным агрономом. У меня нет никакой специальности, нет такого опыта. Ну, просто нравится огород и все.
Вот, вчера был ролик, и я уже говорил, помните, дождь прошел, и балконное чудо повалило. И вот подсказали одну идею, спасибо большое, но я уже как раз это сделал. Единственное, я сделал не так. В том году я так подвязывал перцы. В чем заключается идея? Мы забиваем два колышка вот таких, натягиваем наш шнур. Вот. Ну, шнур у нас получается идет, один заходит вот сюда, с этой стороны, один с этой. И получается крест-накрест, и мы фиксируем четко вот, наш кустик. Здесь так не получилось сделать, объясню очень просто. Очень много томатов. Как вы видите, я их общипал, обрезал листву. Не ужасайтесь, не, я понимаю, сейчас кто-то скажет, нельзя срезать листья, они питают кисти томатов, и все, ты угробил. У меня на этот повод свое мнение. Вот. Можете не соглашаться, это ваше право. В общем, почему так не получилось сделать? Потому что очень много томатов, как вы видите. Ну, просто много. Просто их кишить. Да. Вот. И они начинали обсыпаться. Поэтому я просто протянул нитку с одной стороны и с другой стороны. И вот здесь начал связывать ниточки. Вот, вот так у нас произошла натяжка этих кустов. Ну, в принципе, то же самое получилось, что если бы мы вот так продевали нитку. Вот. Во-первых, мешали лишние листья, которые образовывались у нас здесь на кусте. Во-вторых, было очень много пасынков. И те, кто говорит, что балконное чудо нельзя пасынковать, я вам так скажу, его можно пасынковать и нужно пасынковать обязательно. Сейчас я объясню. Вот видите, томаты, какие нежные, они сразу попадали, все. Очень большая загущенность листьев. Многие пасынки, которые пытались снизу прорасти куда-то, да, их просто перекрыла листва. Вот они не развивались, соответственно. Цветки засыхали, плодов не было, вот была очень большая загущенность. Поэтому зачем иметь большой куст, на котором не будет много помидор. Вот. Я произвел обрезку листьев, вот также у нас будет теперь хорошая вентиляция снизу. Вот наши томатики получают кисти дополнительное солнце. Вот, вот посмотрите, будут спеть. В том, что вы говорите, что листву нельзя обрезать, что оно питает кисти, друзья, ну а корни тогда для чего растения? Вот, но ну, опять же, я же все не обрезал. Также у меня обрезка на наших томатов. Давайте основываться на результате. Огород у каждого свой, и каждый его по-своему понимает изнутри. Вот, для кого-то это возможно будет хорошо, для кого-то это будет плохо. Вот самое главное, что результат. Есть результат, и это самое главное. И что говорится, не страдают растения. Результат вроде есть, завязи у нас есть. Томаты получают достаточно питание. Я не скажу, что они получают мало питания. Как вы видите, можно посмотреть на завязи, на наши томатики. Они прекрасно развиваются. Вот, не хочу ничего говорить там. Как бы, да? Вот, томат есть. Может, там не прям вау, сколько там. Вот, 10 килограмм на каждом кусте. Ну, и этот результат для нас очень даже отличный. Вот, я бы сказал, здоровский. Надо будет подвязать тяжелые кусты в этом году. В этом году побольше урожая, я вам так скажу. Балконное чудо я обрезал. Посмотрим, как он дальше себя будет вести. Ну, я думаю, все будет отлично. Зато теперь наши томатики все на виду. Вот они. Сколько их, да? Я не знаю, кто говорил, что маленький урожай. Друзья, я считаю, что это шикарный урожай. Просто шикарный. Такого урожая я ни на одном томате не видел. Просто посмотрите вот на кусты. Они все облеплены. Да, они небольшие, но зато вот здесь нужно будет нам доделать. Здесь тоже посмотрите. Вот. Все в томатах. Сделал тоже обрезочку, все освободил. Я же говорю, смысла нету в ваших пасынках снизу. Вот. Они просто не могут снизу прорасти, потому что сверху все, как говорится, крона закрыла. Вот. Поэтому сверху оставляйте мощные, вот, которые есть, пускай они развиваются. Много это не значит хорошо. Если бы я вот здесь сейчас не пасынковал томаты, во-первых, я бы не прошел в эти ряды. Во-вторых, была бы сильная загущенность. И в-третьих, ну, урожая была бы больше. Вот. Но плоды были бы меньше. Сейчас у меня будет плодов, возможно, меньше. Но урожайность будет. Зачем, как говорится, вот мучить растения, что с него выжимать все соки, пускай спокойненько вот плодоносит. И все. Еще раз говорю, за вот эти пушистики, у них просто нереальная зависть. Очень хорошие, прекрасные вообще они плодоносят. И вот эти мясистые, я уже говорил, уже плоды неплохие. Уже посмотрите, как выросли.
уже почти на одну ладонь помещается. Хорошие томаты. Также монгольский карлик. Ну, видите, здесь тень. Мало им хватает. Вот. И черри сейчас уже их будет закрывать. Поэтому я не знаю, возможно этих... Хотя уже поздно пересаживать. Хотя почему поздно? Здесь я тоже пропасанковал. Оставил мощные кусты, которые нам нужны. Пускай они спокойненько растут. Вот так вот. Вот такие у нас сливочки. Пушки пошли. Вот это вообще бомбовская, да? Классно. Тут беленькие есть. Еще синенький. Вот такая классная. Вот там тоже над забором потихонечку начала распускаться. Перчики у нас активно пошли в рост. Я надеюсь, в этом году им здесь хватит света. И у нас будет предполагаемый хотя бы небольшой урожай. Вот мы этого ждем очень сильно. Потихонечку начали плодоносить. Но тля пошла. Надо сегодня, наверное, нашатырем обработать. Видно, заносят они тлю. Вот огурцы есть уже. Это нижние, они были самые первые. Кое-где их оставил. Вот. А так, ну, есть кусты. Я не говорю, что там вау. Да? Потихонечку есть. Базилику здесь прямо лучше стало. Посмотрите, кусты начали формироваться. Вот, ну, соответственно, еще делаем прищипку. Классный аромат, вообще бомбовский. Свеколку тоже немного листья там проредили. Вот здесь уже. Это вообще уже, да, какая крупная. Можно уже на борще, уже в магазине не покупать. Вот здесь рвать. Поэтому все так. Перчики эти растут. Надеюсь, тоже будет урожай. Там огурчики. Вот, еще осталось их подвязать. Хорошие кусты. Начали уже на розы плестись. Вообще уже начинают свое место, кажется. Отжимают с розами. Привет, Джеки Чан. В общем... Это его любимое место. Вот сюда он сам заполз, никто его не загонял. И вот здесь он прям кайфует. Да? Да? Красава? Красава? А? А? Красавчик? А? Ты всем понравился? Да, такой собака. Собака-барабак. Вот здесь он, да, находится? Ну ничего, мы тебе такую крутую будку сделаем. Вообще ни у кого такой не будет, да? Да-да. Такой красавчик. Че ты там, пузико полное? Еще покормить? Не надо, по чуть-чуть. А тут уж толстым и ленивым, да? О! Он будет маленькой породы, если кто спрашивает. У него маленький родитель. Вот мы специально маленького искали, хотели. Да, это мальчик. Мальчик, пацан. Почему-то, пацан. Большую не хотели. Породистую, не знаю, от хаски мы отказались. Обычная порода, она никакая не породистая, это дворняга. Папа у него, ну, мама обычная, вот, а папа, наверное, там весь район. Вот, кто точно, мы не знаем. Поэтому вот такой получился. Что, красавец, поехали кататься. Чай, кофе, потанцуем. Кстати, она для вас там готовит видосик. А, да, крутой, классный. Там эксперимент нереальный, короче, вообще нереальный. Такого вообще нигде не видел. Я вам серьезно говорю. Там... Так, друзья, мы тут тоже уже заболтались. Время уже туда-сюда. Вот, и надо ехать на Бали. На Бали, на Бали, на Бали. Что ты, хочешь тебе это? Помидорки, да? Звонишь зеленый. Они, кстати, доспеют? Вот если я их положу, вот эти зеленые, или рано еще, наверное, спеть. А что ты? Ну, прикинь, как удобно, там их кишма вообще под листвой, они там бедные, не знали, как расти. Этот, прикинь, вот так их заморозить в свежаке, раз в пиццу, чик-чик-чик, или в салатик, да? Я не знаю, свежий нормальный был? Их, наверное, засушить самое вообще будет улетно, да? Так, кстати, по стриму. Стримчик. Напишите, когда удобнее будет стрим, я так думаю, наверное, вечером. Вот, ну, хотя не знаю, вечером бывает мне неудобно. Но если мы так проведем в обед, нормально будет, как многие? Напишите, вы на работе, нет? Вот, чтобы я тоже примерно знал, чтобы у нас была самая большая аудитория, ну, хотя бы 1030. Ну, вот. И мы там подготовим вопросы.
Вот кое-какие. Да хотя, по-моему, даже вопросы не надо готовить, вы сейчас засыпите нас с вопросами. Раз мы вообще хотели на 20 минут провести, а мы залипли там, по-моему, на 3 часа. Возможно, в пятницу мы и проведем. Или в пятницу что у нас? А у нас же свидание с тобой. Погнал я работать, давайте. Работа там, работы много, времени мало, солнце высоко. Вот, так что вперед погнали. Ух ты! Я как этот зомбак, мне уже на солнце нельзя выходить. Сегодня вообще жара. В общем, на Бали мы не поедем, у нас тут свое Бали. Да, сейчас я навес доделаю, там бассейн залью, все дела, пальмы посажу, вообще будет. Во, пойдемте. Да, сегодня поработали, ну не сказать много. Сегодня были маленькие дела. Вот, а дела, как говорится, нужно решать, чтобы потом из них не были большие проблемы. Ну, проблем у нас нету, но все же. Желаю, чтобы если у вас есть дела, поскорее их решить, вот, а чтобы проблем у вас никогда не было. А если бы даже были, то вы их быстро бы решили. Что у нас? У нас тут вообще турниковая зона. Я здесь спортивный уголок открываю, а что нет? Сейчас в аренду сдам, смотрите, раз, два, три, четыре. Четыре турничка, да? Спортзал, фитнес, солярий, тут у нас свой. Кому надо, раз, там, подкачаться, кирпичики наложим. Станово там, трубы кинем, и вообще нормально будет. А что нет, да? Все, сейчас вот здесь вход сделаю, раз там смузи, огурчики, свежая витаминка с огорода, бизнес наладим, и вообще у нас все попрет, вообще по красоте. Так что, по-моему, неплохая идея. Ладно, ну, это все, конечно, интересно, но в каждой шутке есть твоя доля, да, и правда, и шутки. Поэтому что у нас? Фу, не могу, а какое сегодня солнце. В общем, мы стойки наши поставили. Сверху мы все заварили вот так, вот усилили. Ну, еще не до конца, конечно, будем еще усиливать. Вот. Ну, расстояние у нас получилось 1,40 м между трубами, поэтому можно этот периметр разделять на 1, 2, 3, на 4 отделения. Вот, кстати, вот если даже до курочек брать, вот этот чик-чик-чик, под курятник им с головой хватит. Вот, и вот здесь еще запросто, ну, в общем, места хватает. Если нужно будет вот эту ветку нам спилить, потому что что-то высоковатый у нас навес получился. Но ничего, зато от души. Один раз сделали и все. И потом, чтобы головой там не цепляли. Нам нужно еще две трубы сварить. Вот. Вот здесь стояки сделать. И между собой их сварить трубами. Тоже, видите, здесь труба чуть потоньше, здесь чуть потолще. Ну, что есть, как бы, да, вот тут. На том спасибо, да? Ах ты!
Ёхин друг. Как говорится, и на том спасибо, вот то, что есть. На самом деле, если сейчас по металлу посчитать, сколько бы мне вышел этот навес, чтобы его сварить. Да, немало, нехило, да. А так вот трубы остались, и мне в принципе и хватит. Кто не знает, эти все трубы с отопления старого, с нашего дома, мы это все срезали. Вот теперь мы возводим здесь. Зато на века. Даже красить не надо. Здесь слоев 20 краски, наверное. Ну там материал добрый, еще тех времен, поэтому здесь будет на века. Ну и что, потихоньку сделали. Ну сколько есть, все наше. Эх, помидорочки наши растут. Кстати, нужно повторно, что-то опять где-то я гусениц видел. Я не знаю, то ли с деревьев они падали. Ну, вот этим препаратом, как там, скажите про био-био. Ну, чтобы можно было травить и кушать. Вот, чтобы самому там, как говорится, утром, как гусеница зеленым, не проснуться. Вот. А в остальном все хорошо. Ой, что за жара. Привет, красавчик. Что, кушать будем. Сейчас покушаем, да. Все, сегодня мы уже с именем определимся, ему вот дадим. Как тебя зовут? Зовут. Красавчик, да? Молодец. Все уже таскает, рвет тапки. Это молодец. Наш пацан. Вот так быстро время пролетело, просто пшик и все, и нету. Ну ничего, как говорится, мы еще многое сделаем, многое успеем. Та-ри-та-та, сейчас мы будем обедать. Там обед такой сегодня, шикарный обед, просто вот. Я устался уже отбиваться, здесь все через забор лезут, там вообще... В общем, продолжение смотрите, да, на вашем любимом уже канале, да, все там, Натальи Зависимые, вперед, Домик у озера, друзья. Ну и активнее, конечно же, поддерживайте канал своим лайком, комментарием, конечно же, подпиской, вот. И мне тоже подписку, да, не забывай, чуть-чуть, и у нас уже будет 100 тысяч. Совсем чуть-чуть. 100 тысяч. Не 100, будет 60 тысяч. 100 тысяч. И на 100 тысяч мы, в общем, встретимся все, не знаю, где такое, не знаю, там, на китайской стене. В поле, прикиньте, 100 тысяч соберемся. Хотя, что такое 100 тысяч, да, там вот, на концерты там миллионами собираются, прикиньте, да? Я там выйду свой первый сольный, да, в Лужниках или где-то. Смотрите, как он мечтает. Что, в смысле мечтает? Ну, в смысле мечтает? Меня уже пригласили. Куда? В детский сад, да. Вот именно, кто мечтает, у того, знаешь, какие гениальные идеи, понимаешь, что мечты, они и нужны, понимаете, чтобы мечтать и идти к своей мечте, вот. Я пришел уже, вот сколько уже, 10 лет, мечта моя со мной, да, или больше? Ну, в этом году будет 11. Ну, замечтался, чересчур. Ну, нормально же лег, да, как человеком, да, вот, мечтал во сне, утром проснулся, все уже, попал. Вот, не, шутки шутками, это все хорошо. Друзья, в общем, поработали, было так, как-то так, ну, не знаю, да нормально было все. Все нормально, потихонечку работаем, строим наш легендарный спортзал, я уже сказал, все там мы там сделаем. Вот, Наталья там кухню тоже переносную поставит, я там все буржу, прикиньте, это реально будет, да, там, о-о-о-о. Все, что нам думать, теперь все, бизнес пойдет, работы я больше искать не буду, так что все. Все по красоте. В комментариях я так понял, что больше всего все захотели увидеть гардеробную, как она была с нуля и вот до сегодняшнего момента. Спасибо громадное за Икею. Вот и вам спасибо, кто пишет, за все комментарии. Кстати, сегодня мне прям вообще распирает от души. Сегодня хочу сказать всем спасибо. Всем. Даже вам, мои дорогие хейтеры. Да, да, вы знаете, о ком я. Да, мы все нормальные. Просто сегодня у кого-то не было настроения. И все. Увидели улыбчивого Федора. Ох, подло, он улыбается, ему весело. А я тебе что-то напишу. Ну ничего, вы тоже нужны, потому что во мне и кровь начинает кипеть по-новому. Мы пошли. Поэтому всем вам желаю, друзья. Несмотря ни на что, ни на какие там разговоры, отзывы, комментарии, учения, советы, что бы вы там ни писали, знаете, что я хочу, чтобы все у вас было хорошо. Потому что знаете почему? Потому что когда мы счастливы, мы так добры. Вот, будьте немножко добрее. Вот, делайте хорошие вещи. И вы увидите, как все вокруг начнет меняться. Вот, и давайте это хорошее тепло, доброту всем нам.
меня тоже не забывайте. Вот. Ваша самая прекрасная доброта, ваша поддержка, на самом деле, это улыбка. Больше мне на самом деле ничего не надо. Не, ну, подписываться тоже не забывайте. Что-то. Сейчас тоже это самое. Не, самое главное, что вы есть, да? Чтобы у вас все было хорошо. У каждого из вас, в каждом вашем доме, у каждого вашего знакомого, родственника, ваших родных, пусть у вас все будет хорошо, мои дорогие. Пусть все будет хорошо. Просто от чистого сердца я вам желаю. Просто так, и все. Главное, крепкого здоровья, мои дорогие. Здоровья, еще раз здоровья. Мира вам, мои дорогие. Давайте дружить, ходить друг к другу в гости, веселиться, радоваться этой жизни. Да, пусть все у вас будет хорошо. Надолго, конечно же, не прощаемся. Вот после этого ролика я вам советую перейти и посмотреть второй ролик от прекрасной моей дорогой супруги. Она же Наталья, она же спортсменка, комсомолка и просто хороший человек. Вот. Поэтому мы вас всех ждем там. Кстати, я тоже там был. И сейчас опять увидимся. Я побежал обедать. Вам тоже приятного аппетита. Будьте здоровы. Оставайтесь с нами. Всем пока. I've been saying many things that are hurtful. Your tear-shed eyes, your fragile mind. 'Cause I'll be dancing on my own tonight. Remember when we used to lay on the grass and watch the sun go away? But now you're gone, I let you pass by. I know I've said so many things that hurtful. I was wrong, the words I spoke. I've been saying many things that hurtful.